Настало время обеда. На обед такой супчик. Вот с таким кусманом мяса. Это курица. Начну-ка с него, чтобы не мешался потом в супе. Немного дадим кошке, чтобы тоже не мешалось во время обзора. Прихлебывая, так сказать, запивая мясо супом. Мясо просто зашло на ура. Приступая к супчику, супчик с мазиком, размешиваем его. Так красиво. О, в прикусочку у меня к супу вот такой вот бутерброд. Еще есть вот такой лучок зеленый. Чуть-чуть, ой, блять. Сука, чуть-чуть репчатого. Обалденно. Еще раз. Вот это шедевр. С лучком так. Вообще обалденно. Заходит. Включаем ТикТок, включаем Ютуб. Бомбезно. Просто.
Да, и дейшн. Супейшн. Обед. Это я поел зачетно. Хорошо. Сопли потекли. Такой сегодня обед.